Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем разыгрывать с вами вот такую вот форму. Надеюсь, все исправили уже свои ссылочки, которые были указаны неправильно. И сейчас к вот этому последнему видеообзору, которым нужно было поделиться в соцсети, будем, собственно, и проводить розыгрыш. Тут очень много есть ссылок, которые не совсем соответствуют, поэтому надеюсь, что ссылочка попадется, которая нужна. Если нет, будем разыгрывать еще раз. В общем, открываем рандомайзер, через который мы будем случайным образом, точнее программа нам сама выберет человека, который выиграет. Вставляю ссылочку на видео, и оно сортирует комментарии. Вот есть у нас вроде нормальная ссылочка. Сейчас посмотрим, что здесь у нас откроется. Да, действительно, здесь открывается вот страничка. Вижу здесь еще мое видео. Поздравляю вас, Татьяна Вечун. Посмотрю только, есть ли видео еще здесь у вас на страничке. Да, видео еще у вас до сих пор на страничке. Очень хорошо. Собственно, я вас поздравляю. Вы из Конотопа. Это Украина, Сумская область, если я не ошибаюсь, что тоже подходит, так как другую страну не могу отправить. В общем, сейчас напишу я вам сообщение. Напишите мне, пожалуйста, в ответном сообщении реквизиты, куда вам удобнее будет получить, на какую почту. И я вам отправлю, скорее всего, в понедельник, уже с будних дней, отправлю вам посылочку в подарок. Надеюсь, это не последний розыгрыш. Будем дружить еще с вами и разыгрывать очень много разных крутых вещей. Обязательно поставьте палец вверх, если вы хотите таких розыгрышей. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.